Акция «Душевный базар» создана для помощи детям Забайкалья, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Вместе с сотрудниками благотворительного фонда «Светоч» в нем примут участие представители фонда «Сердечко Святой Серафимы», поискового отряда имени Кости Долгова, школьники детской общественной организации «Родничок» и отряд «Альтернатива». Поучаствовать в «Душевном базаре» можно в качестве волонтера, помочь в организации ярмарки и доставкой поделок на место проведения акции, сделать фото и видео. Свои изделия приносите по адресу город Чита, улица Бутина, 111, или непосредственно на саму акцию. В нашей организации мы стараемся проводить различные мастер-классы, тем самым помогаем благотворительному фонду «Светоч» уже третий год, делая различные новогодние сувениры, различные поделки. Дети не только сами делают, очень много родителей принимают участие. Все поделки, сделанные своими руками, дети сами продают на вот этой всероссийской акции «Душевный базар». Тем самым вносят свой вклад в лечение тяжело больных детей. Важность события понимают даже дети. Вместе с родителями многие из них подготовили и свои изделия на ярмарку. Мы делали новогодние игрушки все вместе и открытки. Мы сделали их очень много, мы хотим просто помочь детям, которые болеют. 3 года наше объединение «Родничок» помогает больным детям нашими подделками, то есть мы проводим мастер-классы. Если вы хотите помочь нам в проведении душевного базара, обращайтесь по телефону. Кроме того, есть возможность оказать и финансовую поддержку. Данные для перевода вы видите на экране. 15 декабря с 11:00 до 18:00 в торговом центре «Новосити» будет проходить благотворительная акция «Душевный базар», где каждый может стать участником, купив любую из поделок, которые сделали школьники. Анна Гладышева, Анатолий Тюльнев. Время новостей.